жизни трудные минуты, и горе посещало нас не раз. Но с нами наш Господь, и потому-то надежда не обманывала нас. Надежда, светлый луч во тьме ночной. Надежда, компас жизни здесь земной. Надежда наша не боится гроз. Надежда наша — Иисус Христос. Мир потрясают ужасы, как прежде. Страданий много, горечи и слез. Но Бог нам дал блаженную надежду в одном чудесном имени Христос. Надежда, светлый луч во тьме ночной. Надежда, компас жизни здесь земной. Надежда наша не боится гроз. Надежда наша — Иисус Христос. Надежда наша не боится гроз. Надежда наша — Иисус Христос. Стареет наше тело, как одежда, и наше бремя нам не по плечу. Но мы несем в сердцах своих надежду, как на ветру горящую свечу. Надежда, светлый луч во тьме ночной. Надежда, компас жизни здесь земной. Надежда наша не боится гроз. Надежда наша — Иисус Христос. Надежда наша не боится гроз. Надежда наша — Иисус Христос. Дорогая церковь, вместе с вами хочу сказать слава нашему Господу. Мы в Доме Божьем. И Бог благословил нас такой вот прекрасной возможностью прийти, собраться в Доме Божьем для молитвы, для того, чтобы слушать Слово Божие. И это благословенное время для каждого верующего, а в целом для церкви. Бог дает такую возможность нам собираться вместе. Конечно, мы будем молиться, будем просить, чтобы Бог благословил каждого из нас, и готовиться будем к хлебопреломлению, чтобы нам в готовности воскресное служение, когда будет, участвовать и получить через это огромное благословение. Конечно, я уверен, что Дух Святой трудился в каждом сердце и на протяжении всей этой молитвы,
Дух Святой будет совершать свою определенную работу. Если вы будете нуждаться в том, чтобы выйти для покаяния или для того, чтобы кто-то из служителей за вас помолился, во время молитвы вы можете пройти и к служителю и попросить об этом, чтобы вместе с вами была совершена молитва. Конечно, мы будем просить, чтобы Дух Святой открывал нам прежде всего наше духовное состояние, как написано, чтобы мы испытывали сами себя, заглядывали в свое сердце, в свою жизнь, в прошедшие дни, которые Бог подарил для нас. И, конечно, если что-то находим, чтобы могли покаяться перед Господом и осудить сами себя, признаться пред Господом, чтобы в воскресенье мы участвовали в хлебопреломлении, в благословении для себя. Будем просить, чтобы Бог благословил и проповедников, которые готовили слово сегодня. Они будут участвовать. Группа перед вами. Тоже будем просить, чтобы Божье благословение было во всем этом служении, чтобы нам в единодушии всем вместе и молиться, и прославлять нашего Господа. Я приглашаю, давайте мы поднимемся на ноги для молитвы и попросим благословения на все это служение. Молимся. Господь, мы благодарим Тебя, Иисус, за Твою любовь к нам. Мы благодарим Тебя за милости Твои. Мы благодарим Тебя за прекрасное время в нашей жизни. Ты благословляешь свою церковь. Ты заботишься о каждом из нас, Господи. Мы видим, Господь, работу Духа Твоего Святого и всю Твою заботу о Церкви Твоей. Господь, слава Тебе! Слава Тебе, Господь, за такое тихое и спокойное время, когда мы можем собираться все вместе для молитвы, для того, чтобы слушать Слово Твое, для того, чтобы петь во славу Твою. Господи, слава! Слава Тебе за благодать Твою, слава Тебе за Дух Твой Святой, слава Тебе за страдания Твои, за кровь Твою драгоценную, за тело Твое ломимое, Господь, мы благодарим Тебя. Все это Ты сделал ради нас, ради нашего спасения, Господь, ради того, чтобы сегодня мы были прощены Тобою, ради того, чтобы сегодня мы, Господь, имели вот такое благословение пред лицем Твоим святым. Господи, благослови наше собрание, благослови свою церковь, благослови весь Твой народ. Господи, мы нуждаемся в Твоем благословении. Посети каждого из нас Духом Святым. Производи свою работу. Если где-то что-то мы не замечаем в своей жизни, открывай, показывай нам лично наше духовное состояние, чтобы нам правильно жить в этом мире, правильно поступать. Господи, мы просим, совершай свою работу, благослови проповедников, которые будут служить нам Словом Твоим, благослови группу, которая будет петь, благослови каждого присутствующего здесь в доме молитвенном, благослови тех братьев, сестер, которые не могли по каким-то уважительным причинам быть сегодня в доме молитвенном и вместе с церковью молиться. Они там дома склонят колени свои пред Тобою. Они будут молиться, Господи, посети каждого из них и благослови. Благослови, Господь, каждого здесь присутствующего. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Духе Твоем Святом.
Святом. Изливай свои потоки на каждое сердце. Давай нам жажду. Помоги нам быть и в молитвах ревностными, молясь пред лицем Твоим святым. А если кому-то может быть очень тяжело, кто-то находится в испытаниях, в искушениях, кому-то очень непросто, Господи, укрепи, укрепи наших братьев, сестер, духовно укрепи, поддержи в молитвах, поддержи, Господь, и дай Твою благодать. Господь, благослови каждого из нас верою, чтобы мы с верою в молитве приходили к Тебе и получали ответы из рук Твоих святых. Благослови нас, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Общим пением споем «Христос, кто бы знал Твое имя здесь». Христос, кто бы знал Твое имя здесь, на этой планете печальной. Пришел, оказался Ты жертвой здесь, чтоб знал Тебя близкий и дальний. Христос, ни одного оставить, не зная Тебя. Распят на Голгофу Ты взгляд свой брос. Постой, посмотри молчаливо. Там кровь за Тебя и меня лилась, чтобы были счастливы. Христос, это имя мне дорого. Христос, это имя мне мило. Христос, Ты не хочешь ни одного оставить, не зная Тебя. Христос, освяти, как всегда Ты нас в любви, чтоб не были пустые, чтоб те, кто услышал их первый раз, святые. Христос, это имя мне дорого. Христос, это имя мне мило. Христос, Ты не хочешь ни одного оставить, не зная Тебя. Ни одного оставить, не зная Тебя.
Благословен Бог, пред лице которого все мы ныне предстали, чтобы быть причастниками слышания Слова Божия, которое может умудрить, наставить нас и вразумить на всякую истину. Тому то время, которое мы живем, оно сильно торопит нас, весьма торопит. Друзья, дорогие, обстоятельства или ситуации на земле, они усугубляются всякий день. И для нас, уповающих на Бога или желающих уповать на Бога, нам предоставлена возможность через Слово Божие проверить, насколько мы приготовили себя к этому последнему времени. Потому что те обстоятельства жизни, которые сегодня усугубляются во многих местах, они придут и на нашу землю, и на наше положение. И нам, как уверовавшим в Иисуса Христа, очень важно быть приготовленными. Тому Слово Божие дано было ей время облечься. Весь он чистый и светлый. Именно это время, которое Бог дал для нас, живущих, это время, когда мы можем облечься именно в правильное отношение с тем, кто есть глава всего. Тому и Слово Божие говорит, все через него начало быть, что начало быть. Именно все то, что происходит на этой земле, Бог допускает для того, чтобы каждый живущий на земле мог соразмерно проверить, насколько он готов к встрече того, который однажды будет судить всю Вселенную. Именно к этому событию готовится церковь, к этому событию они приходят все обстоятельства жизни. И нам сегодня, пришедшим пред лице Господня, очень важно, слыша Слово Божие, проверить, насколько я способен предоставить себя в жертву живую, святую для разумного служения. Потому что, хотим мы или не хотим, каждому из нас придется пройти эту долину уничижения, долину смирения, долину каких-то серьезных обстоятельств жизни. И во всем этом мы будем испытаны или проверены, насколько мы утвердились и научились от Него быть созидаемы в той благодати, которая нам дарована через Иисуса Христа. И перед молитвой я напомню некоторые места со Священного Писания, которые поставят нам, перед нами определенные вопросы, и каждый из нас лично внутри себя должен будет ответить на них или сказать в своем сердце: «Господи, достиг ли я этого положения в своем сердце, или я еще далеко, и для меня очень сложно усваивать эти уроки благочестия, которые Бог предложил нам через Иисуса Христа, Господа славы». Итак, апостол Павел к Филиппийцам, 4 глава, 6 стиха и ниже. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Что вы, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Довольно такое знакомое место Писания, но апостол Петр сказал: «Напоминанием буду возбуждать ваш чистый смысл». Покуда мы живем на этой земле, покуда Дух Святой еще удерживает этот мир от полного разложения, Слово Божие, оно будет проповедоваться, оно будет напоминать нам, чтобы мы правильно испытывали, исследовали себя во свете этих событий, которые происходят или еще усилятся на этой земле. Тому Слово Божие, что в последнее время будут глады, море, землетрясения по местам, и это только начало болезней. И к этому началу или к этому положению каждый из нас должен подойти припоясанным, утвержденным и укорененным в той благодати, чтобы нам не постыдиться в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И тому апостол Павел напоминает нам, верующим, как бы подтверждая слова самого Иисуса Христа, который в свое время сказал, что «не заботьтесь ни о чем». И говорит: «Не ищите, говорит, прежде Царство Божие и правды Его, остальное приложится вам». Именно стоит весьма важное условие, что стоит впереди моего, в моем сердце, когда я живу повседневной жизни или совершая определенный труд, определенное служение на этой земле, что вообще стоит в основании моих отношений или в моих действий. И тому здесь апостол напоминает нам, говорит: «Не заботьтесь ни о чем». Как это понять? Не заботиться ни о чем.
Именно Слово Божие, Бог как бы взял на себя ответственность за нашу настоящую и будущую жизнь. И мы, уверовавшие в Иисуса Христа, которые приходим в Дом Божий, чтобы слышать Слово Божие, и это Слово должно раствориться верою в сердцах нас слушающих. И когда это Слово растворяется в нашей жизни, в нашем сердце, то Дух Святой производит на свое действие, которое дает нам уверенность в том, что я не буду в постыжении, потому что Господь взял на себя ответственность, но стоит весьма важное условие, чтобы именно это слово, оно достигло совершенного понимания в нашей жизни. В свое время апостол Павел к римлянам напомнил уверующим на то время христианам, чтобы они заботились иметь Бога в разуме. Прежде всего, чтобы это слово стало для нас основанием, наш разум должен кому-то дать предпочтение. Что-то должно было положено в основу всех наших взаимоотношений и действий, которые совершаются на этой земле с каждым из нас в отдельности лично. Потому что Божье слово, оно направлено к лично каждому человеку, не к пастору, не к служителю, но к каждому слушающему тому. И для нас важно, чтобы мы, уразумев благодать Божию в истине, могли вместить это слово и понял, что это слово, оно касается лично моего хождения, лично моего участия в той жизни, которая совершается мною на этой земле. И там говорит: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И говорит: и мир Божий. Именно итог нашего упования или нашей надежды на Бога выходит то, что когда я изливаю свое сердце, открываю свои желания, мир Божий подтверждает свое присутствие в моей жизни. И каждый из нас, когда открывает свои желания пред Богом в молитве, мы должны проверить, насколько мой дух удовлетворен от тех отношений, которые я совершаю пред лицем Господним, или пришел мир Божий в мое сердце, или я каким стал на колени, таким и устал, ничего не поменялось внутри меня, в моем духе не произошло процесса преобразования, и я не почувствовал благодати Божией, которая пришла, чтобы утвердить меня или подкрепить в надежде на уготовление то, что Господь пообещал для уповающих на Него. И мы, как верующие люди, уже многие годы, ходя в Дом Божий, должны усвоить эти уроки благочестия для самих себя, чтобы когда мы приступаем к престолу благодати, мы внутри в своем духе почувствовали, что Бог подтверждает свое присутствие в моей жизни, и Он подтверждает это миром Его, который вселяется в сердце Духом Святым. И тому здесь апостол весьма сильно обращает внимание на мир Божий, который превыше всякого ума. Именно мир Божий, его невозможно соразмерить человеческим пониманием. В свое время, когда народ израильский вышел из Египта и пришел в пустыню, они пришли в панику. Воды нету, хлеба нету, нечего питаться, нечем никак дальше жить. И они пришли в такое паническое состояние, ропота, недовольство, огорчение, как будем жить, как будем поступать, то или другое. Но прошло время, Господь, будучи весьма милосердным, Он подкрепил свои обетования словами действующими. Он дал воду в свое время и хлеб той мерой, которую Он определил. И это было все, для них было все потребное для жизни и благочестия. Бог со своей стороны сделал все. Возможно, именно в этой манне было все нужное для того, чтобы человеческая плоть, она имела во всем достаток. Ноги не пухли, обувь не шала и тому подобное. Настолько Бог со своей стороны положил заботу и попечение, но этот народ не сблизился с Богом и не научился доверяться Богу. Проходило время, он не смог сохранить мир Божий, живущий именно внутри человеческого естества. И тому, друзья, дорогие, мы живем весьма такое благоприятное время, но эти времена, они поменяются. И мы, как уверовавшие или принявшие Иисуса Христа, будем испытаны на состояние Божьего мира, живущего внутри нас. И если я, прошедший определенное время своей жизни, проходя какие-то болезни, немощи, какое мое состояние внутри меня, когда я впадаю в какие-то искушения, тревога там,
бунтом, недовольством, огорчением, или я радуюсь и благодарю Бога, что Он держит все под своим контролем и не дает нам быть искушенным сверх сил, но дает нам подкрепление, чтобы мы могли все преодолевши устоять. И тому, где Слово Божие, оно предупреждает нас, уверовавших, чтобы именно мы, получивши мир Божий, мы его должны сохранить в нашей повседневной жизни. И чтобы этот мир Божий был сохранен в нашем естестве, Слово Божие, Павел напоминает нам, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Именно если наши мысли направлены в этом положении, по этому Слову Божию, то Бог будет подтверждать свое присутствие своим миром в моей жизни или жизни у каждого уверовавшего в Иисуса Христа. Но если мои источники моего сердца направлены в другую сторону, то в моем духе будет пустота, будет тревога, будет теснота, неудовлетворенность жизнью, неудовлетворенность властями и тому подобное. У нас будет весьма много своих человеческих капризов, которые мы желаем исполнить или желаем получить. И тому Иаков говорит, откуда у вас вражды и распри, не от вожделений ваших, воюющих членах ваших. Вот желаете и не имеете, просите и не получаете, потому что просите не до добро. И тому сегодня Слово Божие, оно всячески побуждает каждого из нас, уверовавшего в Иисуса Христа, чтобы мы припоясали чресла ума нашего Словом, истиной Божией. И когда это Слово вселяется, то Бог подтверждает свое присутствие своим миром. Наши помыслы, они идут по Слову Божьему, наши желания идут в соответствии со Словом Божьим, и мы, открывая свои желания пред Богом, Бог подтверждает своим миром, пребывающим во внутреннем человеке. И этот мир невозможно, друзья дорогие, с чем-то другим перепутать, потому что тот мир, который в мире, он весьма шаткий, весьма колеблющийся, он зависит от обстоятельств. Есть достаток, есть положение, человек вроде доволен. Чего-то не стало в какой-то мере, пришла тревога, пришла неудовлетворенность, пришла какая-то вражда, зависть и тому подобное, и человек не ориентируется в своем духовном состоянии пред Богом. И тому мы сегодня стоим перед молитвой, чтобы испытать свое сердце, проверить все обстоятельства жизни, через которые мы проходили и как мы проходили. Наполнены были миром Божьим или мы были наполнены тревогой, укорами, недовольством, возмущением тем, другим или третьим положением людей, живущих на земле. И тому у нас есть весьма благоприятные приятная возможность, друзья дорогие, вместе с апостолом Павлом проверить, насколько мы уповаем на Господа славы, насколько мир Божий действует в моей жизни, в моем доме, в моей семье. Если я наполнен миром, я этот мир буду нести в любое время. И тому Христос сказал, вы соль земли, если мы являемся солью, то эта соль, она имеет свое действие на созидание. И тому, как бы говорит, вы соль, и в то же время Христос, имейте мир между собою. Именно состояние уверовавших в Иисуса Христа – это люди, которые заботятся, чтобы не потерять мир Божий, чтобы сохранить его, чтобы именно в любых ситуациях жизни Божья благодать, она была подтверждая или укрепляющая нас для того, чтобы пройти это предлежащее поприще, друзья. Дорогие, мы по-другому не сможем пройти, не сможем по-другому устоять. Если мы лишимся мира Божьего, мы на свои силы, на свои способности не сможем положиться, потому что они быстро иссякнут. Наша человеческая природа, она приведет нас к ропоту, огорчению, недовольству, потому что мы не получили то, что хотели получить. Как-то, будучи в одном из служений, Господь обратился к народу со следующими словами. Вот приходит время, и многие из народа будут укорять друг друга, почему у него есть хлеб, а у меня нету. Именно человек, люди будут свидеть на положение окружающих и будут как бы завидовать этот. У этого есть хлеб в доме, а у этого нема. Почему такая? И на основании это будет как это вражда, недовольство, друзья дорогие. И тому сегодня, чтобы был этот хлеб Божий или хлеб даже естественный, мы молимся, Господи, хлеб наш насущный дай нам на каждый день. И тому для нас важно, друзья дорогие, чтобы мы имели это свидетельство Духа Божьего во внутреннем человеке, что он
не оставляет нас, но Он подтверждает свое присутствие миром Божьим, который живет внутри нас. И этот мир, чтобы сохранился, будем проверять свои помыслы сердечные, если они неверные, друзья, да мы потеряем мир. Мы не будем уповать на Господа славы, потому что помышления плотские – суть смерть. Они не приведут нас к созидающему действию Духа Божьего, живущего среди нас и в нас. И тому мы будем нуждаться в Боге, будем просить, чтобы действительно нам проверить себя на состояние мира Божьего, который приходит Духом Святым сердца уверовавших. А Слово Божие говорит, что желание боящихся Его Он исполняет. Пусть Бог наполнит нас всяким желанием благоговея выражать нашу причастность к славе Божьей, к общению со Христом через Дух Святой, тому, что Он желает именно устроять наши пути по Слову Божьему, и Он ходатайствует за нас пред лицем Отца Небесного. И тому апостол Павел конкретно направляет нас, напоминает нам, как нам проверять себя, чтобы мы имели мир Божий. Если имеем мир Божий, мы будем иметь мир с окружающими, иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Пусть этот Божий мир будет правильно оценен каждым из нас, пришедшим пред лице Божие, чтобы мы именно бодрствуя хранили мир Божий и хранили мир с окружающими нас людьми, потому что если у нас нету мира с окружающими, у нас нету и мира и с Богом, потому что это взаимосвязано, оно имеет одно основание, оно имеет основание краеугольным камнем, который является Иисус Христос. И тому Слово Божие, если Христос в вас, то тело мертво для греха, а Дух жив для праведности. Пусть этот Дух Божий умудрит нас, наставит и вразумит, чтобы мы во всякое время были наполнены Его миром и держались исповедания неуклонно. И тому, преклоняя колени, молимся, благодарим Бога, открывая наши нужды перед Ним. Отец, я благодарю Тебя во имя Иисуса, что Ты среди собрания народа Своего Духом Святым пребываешь и напоминанием возбуждаешь чистые смы, чтобы мы испытывали себя, исследовали внимательно и проверяли на состояние мира Твоего, живущего и пребывающего среди святых Твоих, Господи, благослови наследие славы Твоей, чтобы в этом собрании были, Господь, сосуды благопотребные, Владыкою утвержденные, укорененные благодати славы Твоей и возвещающие совершенство, призвавшегося мы в чудный свет, да явится слава и сила света Твоего для просвещения всякой тьмы, всяких кривизнов и неровностей, Господи, чтобы от присутствия славы Твоей, Господи, на этом месте восстали многие от немощи и болезни, стали благоговея выражать свою причастность к славе Твоей. О, Дух Святой, Армона Габери,
были фойзаны, удали всякое смущение и всякие сомнения, которые одолевают народ Твой, Господи, чтобы пришло время благодати, действия Духа и силы Твоей, Господи, ибо мы в собрании пред лицем Твоим, чтобы уразуметь превосходящее разумение, любовь Твою, и исполняться Твоим миром, и радоваться в Духе Своем, что мы являемся причастниками Божеского естества. Во имя Иисуса, Дух Святой, Ты знаешь все это собрание детей Твоих, Ты знаешь, насколько народ ожидает и чает утешения и действия Духа и силы, чтобы развязались узлы, развязались, Господь, всякие кривизны и неровности, вы были выправлены, Господи, чтобы пришло движение слова веры, и в народе Твоем была власть и сила на устроение Дома Духовного той полнотою, которую Ты усматриваешь для блага живущих во имя Твое, Боже. Благоволи, Дух Святой, мы ожидаем, мы чаем силы Твоей, мы чаем власти и могущества Твоего, чтобы в этом собрании были, Господь, сосуды утвержденные и укорененные в благодати, славы, силы, могущества Твоего, ибо только Ты и Твое слово вере от Духа Святого может проникнуть и может совершить и разрушить всякие твердыни и замыслы человеческие, чтобы от славы могущества Твоего пришло препоясание и утвердился Дух народа, что Ты неизменный Бог, Ты всегда рядом, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Тебе. Во имя Иисуса благослови все это собрание, говори к нам и напоминай нам, Господи, чтобы мы изменяли свои себя. Мы получили врачевание нашего духа и тела, и это было все во славу Твою, и в народе Твоем были свидетели действия силы Твоей, производящей Твоим словом и силою, властью могущества Твоего. Господи, мы это просим пред лицем сил Твоих, не для славы человеческой, но чтобы Твоя слава утвердилась среди собрания народа Твоего, и были те сосуды, которые взяты Тобою для созидания тела Христова в той полноте, которую Ты усмотрел. Во имя Иисуса за все Тебя благодарю, Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Общим пением споем, как прекрасны вверху небеса. Как прекрасны вверху небеса, среди звезд ходит плавно луна, и всегда мои смотрят глаза лишь туда, лишь туда, лишь туда. Вижу небо красивый наряд, почему нет Творца, говорят, и умом я понять не могу, почему, почему, почему. Мне говорит о Творце и поет эту песню земля. Для тебя, для тебя, для тебя. И поет эту песню земля.
Тебя, для Тебя. Буду петь я о том, что спасет, что жить буду с Иисусом Христом. У Него кровь стекала с чела. Восток я хочу передать, людям всем о Христе рассказать. Но слов лучше найти не могу, как Иисуса всем сердцем люблю. Но слов лучших найти не могу, как Иисуса всем сердцем люблю. Слава Богу, братья и сестры, за то, что мы собрались сегодня, чтобы иметь это молитвенное собрание, чтобы молиться нашему Господу, потому что Он достоин, чтобы мы приходили пред Его лицо, и чтобы мы очищались и освящались, потому что Он Бог святой, и в Своем Слове Он говорит, и вы будьте святы, потому что Я свят. Вот, и я очень благодарю Бога, хотелось бы поблагодарить Его за то, что не оставил меня в этом греховном мире, призвал меня на путь спасения и в свое время открылся мне в Слове Своем. И я благодарен Ему за это, что когда я читал Библию, я увидел себя грешным человеком и пришел к Господу. Я хочу прочитать перед молитвой слово с 1 Иоанна, значит, с 15 стишка. Сегодня утром я встал, это слово, читал Библию, я, это слово легло мне на сердце. Здесь говорятся такие слова. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот, слава Богу. Вы знаете, я прочитал эти слова, и здесь говорится такие, вот, Бог увещевает нас, чтобы мы не любили мир. Вот, и здесь дальше говорит, что такое не любить мир. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Я начал размышлять вот над этими, значит, словами. И, знаете, я вспомнил одну песню, я ее раньше часто пел, как-то ее, ну, мало поют, но я помню, вот, я ее пел все, и эти слова мне пришли. Здесь автор, который писал, значит, эту песню, он видел, значит, эту похоть очей, похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую в этом мире. И он написал вот эту песню: «Куда, человек, суеты и греха направляешься? В чем радости ищешь и счастье для жизни своей? Что в мире любовью и что красотой называется? Как страшно лукавый затмил помышления людей. В поэмах и песнях одна красота воспевается, греховного тела, что вянет, как цвет на траве. И плоти бесстыдная похоть любовью считается, и грязная кажется чистым в хмельной голове. Вся радость в театрах, концертах, попойках и пища, а счастье, конечно, лишь только в деньгах. И хочется крикнуть: о, люди, вы жалки и нищие, очнитесь уж полночь почти на Господних часах». Там дальше еще есть. И я хочу
сказать, что этот автор, он написал эти слова о греховном человеке, который любит вот этот мир, вот эту похоть, гордость, любит гордо ходить, знаете. А здесь написано «не любите мира». Написано уже не к грешному человеку это, а написано к верующему, вот, человеку, к Божьему народу, чтобы верующий человек не смотрел в этот мир, чтобы не восхищался вот этими прелестями этого мира или вот этими какими-то наслаждениями такими греховными. Вы помните, что даже Моисей, он отказался вот, называться сыном, значит, не иметь, отказался от этого временного греховного наслаждения, а захотел лучше страдать народом Божьим, вот, потому что он смотрел на воздаяние. И здесь вот Слово Божие говорит, чтобы мы тоже не любили мира, не смотрели в него. Вот. Знаете, особенно люди, которые пришли из мира, должны оставить все грехи, все вот эти наслаждения, чтобы не было вот, ну, к чему-то привязано сердце. Вы знаете, ну, я, допустим, если вышел из мира и любил какие-то вещи, и, ну, не должно быть даже какой-то маленькой такой зацепки, потому что, ну, дьявол, он, ну, сделает такие обстоятельства, и человек начнет грешить, знаете. А когда человек искренно идет за Богом, он должен отвергнуть вот это все греховное, чтобы, ну, не сообразоваться с этим миром, а наоборот, преображаться обновлением ума, вот, через чтение Слова Божьего, петь песни, которые славят имя Господа, которые прославляют, значит, вот, Его имя, Его подвиг. Вот. Пусть Бог нас благословит, чтобы мы так держались и так следовали за Господом. Написано также, дружба с миром есть вражда против Бога. Вот это и апостол Павел Коринфянам тоже писал. Это во втором послании написано в 6 главе. Тоже писал такие слова, увещевая этих людей. Видно, там тоже, значит, ну, были такие люди, которые каялись, но, наверное, которые, может быть, какие-то грехи, может быть, еще не оставляли, и, может быть, ну, говорили, что это, ну, может, и неплохо, или что. Апостол Павел их также увещевал, говорил такие слова, записанные они. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель». Вот. Слава Богу. И вы знаете, Иисус Христос говорил такие слова. Говорит, вы мои друзья, если исполняете то, что я заповедаю вам. И, знаете, большое счастье иметь другом Христа. Вот есть такая песня, какое счастье другом быть Христа, выразить не могут, а вот так мои уста. И благодарение Господу, что Он говорит, если вы исполняете заповеди мои, то, ну, я ваш друг. И знаете, Иисус Христос – это такой друг, который никогда не подведет. Он всегда поддержит. Ему можно рассказать то, что и самому близкому человеку не расскажешь, какие-то трудности. Вот. Он никогда не подведет, никогда не предаст. Вот. И, но есть условия, чтобы мы, любящие Господа, исполняли то, что Иисус Христос нам заповедует. Вот. И что Иисус Христос нам заповедует? Он говорит в одном месте в Евангелии от Иоанна, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Вот это, ну, самая большая заповедь, которую Христос принес, чтобы мы любили друг друга. Вот, уже в послании там Иоанн пишет, чтобы мы не любили мир, вот, а любить друг друга
Иисус Христос нам заповедует. Любить друг друга. И, значит, тут дальше написаны такие слова еще. «И мир проходит, и похоть его, исполняющий волю Божию, пребывает вовек». И я хочу еще сказать, помните, когда пришли к Иисусу Христу и матерь его, и братья его, и, говорят, чтобы позвали, вот, потому что всегда же Христа много людей окружало, и он говорит, значит, передавали, может, или как там, говорит, там матерь твои, братья твои, желают говорить с тобою, там, или видеть тебя, а он говорит, кто матерь моя и кто братья мои? И показывает вот на учеников, там, говорит, кто исполняет волю Отца моего, тот мне и брат, и сестра, и матерь. А в другом Евангелии написано, что одна женщина выкрикнула, что, говорит, блаженно чрево носившее тебя и сосцы питавшие тебя. А он сказал, Христос, что блаженны слушающие Слово Божие и исполняющие его. И мы видим, что исполнять Слово Божие, исполнять Его заповеди – это есть вот, исполнять волю Божию. И говорит, если вы исполните заповедь мою, то вы мои друзья, если исполняете то, что я заповедую вам. И пусть Бог нас благословит, чтобы мы не были друзьями этому миру, а были другом нашему Господу Иисусу Христу. Вот, потому что Он за нас страдал, за нас умер, и мы сегодня собраны ради этого имени, имени Иисуса Христа. Мы будем молиться и просить Господа, чтобы Он благословил, очистил, осветил нас, чтобы не было у нас никакой привязанности к этому миру, через что бы то ни было. Вот, пусть нас всех Бог благословит. Давайте мы склоним колени, будем молиться. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Твою святую любовь и милость, за то, что Ты так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, чтобы мы имели жизнь вечную, чтобы мы не погибли. Господи, прими благодарение, поклонение Тебе, Господи, в этот вечерний час. Ты видишь, Господи, что мы собрались, чтобы, Господи, прославить Тебя, чтобы поблагодарить и исповедать, Господи, что у нас есть на сердце, излить пред Тобою сердца наши. Господи Боже, Ты видел нас и сегодня, и вчера, и третьего дня. Прости, где мы были не таковые пред лицом Твоим, Господи, за всякий грех, вольный и невольный, Господи, очисти, освяти, Господи, услышь молитву народа Твоего, Господи Боже мой, и прости народ Твой, где мы были не таковые, укрепи нас верой и надеждой, чтобы мы дальше шли по этому жизненному пути, держась твердо Твоей руки, любили
Тебя, прославляли Тебя, Господи, всем своим естеством. Благослови, Господь, наши сердца, наши дома. Пусть мир Твой Божий, Он наполняет наши сердца и наши дома, Господи. Мы нуждаемся в этом. Благодарим Тебя за то, что Ты есть в нашей жизни, что не оставил, Господи, нас в этом греховном мире, но что всем, Господи, Ты открылся, и мы сегодня стоим пред лицом Твоим, прославляем Тебя, Господи, за то, что Ты, Господи, спас и помиловал нас, за Голгофу, за страдания Твои, Господи, прими благодарение и поклонение Тебе, Господь, ибо Ты достоин принять славу, честь и благодарение, Господи, слава Тебе, мы благодарны Тебе за все и поклоняемся Тебе, Отец, Сын и Дух Святой, аминь. Общим пением споем псалом «Знаешь ли ручей, что бежит?» Как пурпур грех мой плод.
я люблю созерцать со креста текущий ручей. Льется в нем для всех Слава Богу! Благодарение Богу, что милосердие Божье, оно обновилось в этот день над нами и в этот вечер, и что мы смогли здесь собраться, что Бог здесь нам напоминает истины свои, потому что для кого-то этот вечер уже и не наступил, а мы, по милости Божией, еще имеем время такое, можем собраться здесь, чтобы что-то услышать, принять для себя, исправить пути свои для того, чтобы быть освященными и сосудами в честь и благопотребными владыки на всякое доброе дело. Именно для этого нас Бог здесь собирает и к этому нас направляет. И я хотел бы напомнить одно место из Писания. Это будет из Ветхого Завета. Первое Царство повествует нам историю такую. Это времена, когда судьи управляли еще до того, как царя народ попросил. И нам повествует Писание о том времени, когда то, чем народ так дорожил, святыней Божией, это ковчег Завета. Мы все помним хорошо эту историю, когда он был взят у них в одном из сражений. Там погибло очень много народа израильского, 20 тысяч. И ковчег филистимляне взяли там на несколько месяцев, и потом поняли, что лучше вернуть, потому что рука слишком тяжелая Бога. И они сказали, что лучше давайте вернем, зачем нам сердце ожесточать так, как это сделали египтяне. И когда читаешь эту главу, и когда уже написано то, что ковчег, жители Вифсамиса жали тогда пшеницу, увидели, что ковчег возвращается, когда читаешь, так, ну, радость как бы такая уже приходит, как-то на сердце так приятно, но следующие стихи, они не совсем такие уже радостные. Там переживание и скорбь описывается. Уже эта история записана в 1 Царств, 19 глава. Нет, 1 Царств, 6 глава, 19 стих. «И поразил он жителей Вифсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 тысяч 70 человек, и заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вифсамиса, кто может стоять пред Господом этим святым Богом, и к кому он пойдет от нас? И послали послов к жителям Кириев и Арима сказать, филистимляне возвратили ковчег Господа, придите, возьмите его к себе». И 7 глава, 1 стих. «И пришли жители Кириев и Арима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава на холм, а Елизара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа». Такая вот история произошла в жизни народа, и Бог этим действием напоминал народу одну такую истину, которую когда-то им еще Иисус Навин много сотен лет говорил, где-то 400 лет примерно, это до того было, что Бог святой. Но народ забыл эту истину, и пришли в их жизнь такие вот обстоятельства,
Кто-то потерял мужей, кто-то потерял сыновей, кого-то близкие, родные потеряли своих. Но Бог через это напоминал им, что Он святой Бог. И народ здесь понял то, что Бог оказывается святой, и ходить нужно перед Ним свято. И слава Богу, то, что у нас таких потерь нету сегодня, но Бог остался святой, как и был. Уже мы читаем 1 Петра, в первой главе он говорит: «По примеру призвавший вас святого, и сами будьте святы во всех поступках ваших, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». И нам Бог сегодня просто через Слово Свое напоминает то, что Он святой Бог. И оно, это Слово рассчитано для того, чтобы мы приняли его и стремились к этой Божьей святости, потому что если мы этого не поним, не поймем и не уразумеем это в своей жизни, то однажды это Слово будет нас судить. Потому что так и написано то, что Ему дадим отчет, Слову Божьему. И неоднократно в своей жизни, читая Евангелие, Библию, и задавался вопросом: ну, Боже, а как вообще правильно перед Тобой ходить, как свято, вот как вот этого достичь, вообще как вот прийти к такому состоянию, потому что ты видишь свою жизнь, и там вроде не соответствуешь, и там Слово Божие говорит, мы уже слышали, это место напоминало здесь сегодня, то, что стремитесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Именно такой высокий стандарт задает нам Писание, и если мы этого не поймем, то нам говорит Бог, что через слово, что никто не увидит Господа, если святости не будет. И апостол Павел в послании к римлянам, он в 6 главе напоминает такое, говорит, не напоминает, а говорит, как к этому прийти. Это послание к римлянам, 6 глава, с 19 стиха. «Говорю по рассуждению человеческому, из-за немощи плоти нашей, вашей, как предавали ведь члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш – святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Слава Богу, то, что Бог, любя нас, Он Сына отдал Своего за нас и предлагает нам теперь не что-то новое, а старую истину, которую мы помним, но порой в жизни забываем, что для того, чтобы быть этими святыми людьми, нам Бог предоставил Евангелие, дал этот путь евангельский с одной только целью, что если мы доверимся Ему, если мы пойдем по Нему, если мы предоставим себя в жертву Богу, как написано, что «Итак, умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву Богу, святую, благоугодную для разумного служения вашего», что если мы предоставим себя, если мы свою жизнь предоставим Богу, то Он сможет в нас, проводя этими определенными трудностями в жизни, различными обстоятельствами, которые могут нас научить, которые могут в нашем духе появиться эти плоды, чтобы у нас был этот плод в нашей жизни святости, как нам Писание учит. И Христос когда-то сказал, что кто последует за мной, не будет ходить во тьме, а будет иметь свет жизни. Именно Христос говорит, что кто последует, тот будет иметь. Уже Он говорит то, что уже преобразуется внутренность человека, уже и окружающие будут заметно это, то, что уже человек этот не такой, что он не во тьме, что он во свете, он не такой уже, как люди мира этого. И поэтому нам Бог сегодня просто через свое слово напоминает то, что Он предлагает каждому из нас этот истинный свой путь, евангельский, просто исполнять Евангелие в каждом дне жизни своей, к этому стремиться. И если мы так будем по этому правилу поступать, то тогда, пройдя определенные годы своей жизни, мы увидим то, что Бог что-то сделал в нашей жизни, Бог преобразил нашу внутренность, потому что своими усилиями какими-то, своими способностями у нас ничего не получится, и мы многие этому свидетели. И пусть нам Бог поможет, чтобы нам не доходить до такого состояния, как когда-то народ израильский дошел, то, что Бог уже такими кажется очень строгими, такими уже, ну, не совсем приятными такими действиями. Он всего лишь напоминал народу одну истину простую, то, что Он Бог святой. И Бог
нам просто через слово сегодня свое напоминает, то, что, чтобы мы стремились к этой святости в каждом дне своей жизни и во всех своих делах поступали свято, как нас учит Писание. И пусть нам Бог поможет. И когда мы склоним колени, было бы неплохо пересмотреть нашу жизнь хотя бы за сегодняшний день, за эту неделю, что мы поступали, что делали, как, с кем обращались, и в чем-то покаяться, в чем-то попросить у Бога прощения. Пусть нас Бог благословит, и в этой молитве склоняем колени, молимся. Господи Боже, благодарим Тебя, Боже, за это время, что можем собираться, Господи, здесь вокруг Слова Твое, Боже, и Ты нам напоминаешь истины Свои, Боже, чтобы нам быть, Господи, угодными людьми пред Себе, пред Тобою, Боже, чтобы Ты мог брать нас в удел, как сосуды Свои, Боже, и Твое Слово нам напоминает, Боже, что Ты хочешь видеть, чтобы мы были святы во всех поступках наших, Боже, Ты видишь, среди какого мира мы живем, Боже. В мире это не популярно, Господи, да и мы, верующие, порой об этом забываем, что Ты от нас требуешь, чтобы мы были святы и непорочны перед Тобой, Боже. Ты прости нам наши согрешения, Боже, где мы приступали волю Твою, Боже, и научи нас, Господи, исполнять во всем волю Твою, Боже, как мы в одном из псалмов поем, Боже, что мы хотим этого, Господи, но по нашим делам, по нашим поступкам это не всегда так, Господи. Со стороны, если смотреть, Боже, что не всегда мы к этому и стремимся, Боже, но Ты помоги нам, Боже, помоги нам научиться не забывать этому, это в нашей повседневной жизни, каждом дне нашей жизни помнить, Боже, что Ты хочешь видеть нас, Господи, чтобы мы были святы перед Тобой, Боже, помоги нам, Господи, научи нас этому, Боже, я знаю, что если мы будем сердце свое открывать и изливать перед Тобой, Боже, наши моления и прошения, чтобы Ты нас этому научил, то Ты нас научишь, Боже, и помоги нам, Боже, преклонить к этому слову ухо свое, Боже, чтобы нам стремиться и достигать этого, Боже, чтобы нам видеть, Боже, славу Твою, Господи, в своей жизни, чтобы Ты мог и на свое царство, свою благодать, Боже, распространять и на остальных людей, Господи, которые вокруг нас, Господи, живут, чтобы они также, Господи, узнали о Тебе, Господи, потому что порой из-за того, что мы святости не являем, Боже, в нашей жизни, люди не видят, Господи, в нас Тебя, Боже, Ты прости нас за это и помоги нам, Господи, изменяться, Господи, идти по Твоему пути, держаться Слова Божие Твоего, Господи, чтобы нам впоследствии своей жизни, Господи, как Ты сказал, что если не будем иметь святости, то Тебя не увидим, Боже, Ты нам помоги и научи нас, Господи, в процессе жизни, Господи, нашей христианской, чтобы мы достигли этого состояния святости, Боже, чтобы впоследствии мы смогли, Господи, достичь этих небес, о которых поем, в которые однажды поверили, Господи, благослови это общение, которое дальше здесь будет происходить, Господи, молитву, слово, песнопение, Боже, пусть все будет во славу Твою, Боже, а нам помоги быть внимательны, пусть за все будет вечная слава, Отец, Сын и Дух Святой, аминь. Богат, но стал нищ ради нас. Он был силен, но осмеян был всеми. Он Богом был,
жизнь отдал за тех, кто его ненавидел. Он был богат, но стал нищ ради нас. Он был силен, но осмеян был всеми. Он Богом был, но жизнь отдал за тех, кто его ненавидел. Посмотри на крест, там течет святая кровь, а дальше, чем та кровь, течет любовь. За грешников отдал он жизнь свою, они не знали, в кого плюют. Христос страдал и кровь пролил, но не была смерть конечной целью. Он показал, в чем жизни смысл. Сияй во мне, чтоб мир тебя увидел. Посмотри на крест, там течет святая кровь, а дальше, чем та кровь, течет любовь. За грешников отдал он жизнь свою, они не знали, кого плюют. Посмотри на крест, там течет святая кровь, а дальше, чем та кровь, течет любовь. За грешников отдал он жизнь свою, они не знали, в кого плюют. Любовь отца пленила меня, он подарил мне жизнь и спасенье, и благодать навеки мне дана. Не заслужил, но ты в меня поверил. Любовь отца пленила меня, он подарил мне жизнь и спасенье, и благодать навеки мне дана. Не заслужил, но ты в меня поверил. Посмотри на крест, там течет святая кровь, а дальше, чем та кровь, течет любовь. За грешников отдал он жизнь свою, они не знали, в кого плюют. Посмотри на крест, там течет святая кровь, а дальше, чем та кровь, течет любовь. За грешников отдал он жизнь свою, они не знали, в кого плюют. Вместе с вами хочу еще прочитать, потому что еще у нас одна молитва в этом служении. Давайте мы вместе прочитаем первое послание Иоанна, первая глава, с 5 стиха и до конца. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.
Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. Насколько мы были внимательны сегодня, то все проповедники говорили о Божьей святости, которую Господь через Свое Слово требует от каждого христианина. И это сложная задача стоит перед человеком. И когда мы читаем апостола Павла, он однажды сказал такие слова в послании к римлянам, что «бедный я человек, кто избавит меня от тела смерти?» Я думаю, что каждый, кто стремится к святости, он согласен с этими словами Павла, что не все так оказывается просто. Сказать Богу «прости» несложно, а измениться оказывается сложно. И когда мы читаем Ветхий Завет, мы очень часто, читая, слышим, что люди, цари иудейские, израильские, когда были царства, были цари, и написано, что тот или иной царь стоял на царстве, и как бы в заключении своего царства Бог написал такое, просто резюме, вывод сделал. Делал неугодное в очах Господа. А другому Господь написал, сделал угодное. И вот, казалось бы, ну неужели эти цари не знали Господа? Все знали. Знали. Но некоторые были особо нечестивые. Но в большинстве случаев это люди, которые знали Бога. Храм был еще в свое время. Синагоги были, и даже некоторые цари пытались очень много жертвенников построить и старались самостоятельно, так то, что им на ум приходило, то, что им подсказывали, они устраивали такие большие жертвоприношения, но в конце они слышали, что это было неугодно в очах Господа. И вот, исходя из этих практик библейских и в нашей жизни мы сталкиваемся, казалось бы, ходим, читаем, молимся, постимся. И вот, а как узнать, как я хожу пред Тобою? Каждое слово, которое я читаю, оно как-то вроде и обличает меня, и оправдывает, и утешает. И апостол Павел подмечает, говорит, если бы мы сами себе судили, не были бы судимы. Оказывается, вроде и судим, но не настолько. Благодарение Богу, что Божье Слово и Дух Святой, Он имеет намного больше, больше веские доказательства к нам. И вот апостол Иоанн, встречаясь в свое время с Иисусом Христом и будучи с Иисусом и на горе Преображения, однажды Иисус говорит ученикам, вот вы там ходите, ну, он, я так сам себе так думаю, вот он так, может быть, не говорил, но он спрашивает, за кого меня почитают люди? И, ну, и они говорят, что одни за того, за второго, а вы за кого меня почитаете? И вот Петр отвечает, говорит, ты, Христос, Сын Божий, ты Божий Сын. И, друзья, дорогие, оказывается, вот эти апостолы, кто-то ближе был к Христу, кто-то подаль был, но, тем не менее, во всех была вера у этих 12 апостолов. Впоследствии один ушел, отошел от веры. Три особые были люди, это на особом были счету, но этот один Иоанн, которому имя, он здесь в этом послании говорит о том, что мы слышали, что мы видели, что осязали руки наши. И вот он, встречаясь с Иисусом Христом, как оригинал, человек, который имел встречу не через кого-то, а напрямую с Иисусом Христом, он говорит, что вот от Него мы слышали, что Бог есть свет. И вот он выражает свое послание, говоря о свете. Какой же свет? И вот я, встречаясь даже не так давно
будучи на одной из молитв, проходя жизненный путь, сегодня такие обстоятельства встречаются на планете Земля и в целом в нашей стране. Иногда трудно определить. Вроде верующий, вроде молишься, вроде веришь, но когда наслушаешься и от братьев, и от сестер, вроде думаешь, а может, и ты уже неправильно веришь. И уже куда-то надо идти. Недостаточно порой слова, недостаточно веры, сомнения подкрадываются. Господи, как себя определить? Как? Один тебе точно хорошо скажет, некоторые скажут, плохо тебе, это 100%. Сам себя тоже больше хвалишь, а иногда унижаешь. И как-то я стал на время такое, начал молиться, просить у Бога милости, и как-то получилось так, что я побыл на молитве одной, в одной области, и вот через одного брата, старца, идет слово. И знаете, я на самом деле не смог просто устоять, чтобы не заплакать. Почему? Я так размышлял над этим, но почему иногда даже и обличение, или утешение, как-то вроде все воспринимаешь, но я увидел, что оно мне наболело. Вот долгое время оно мне наболело. И мне эти слова были как воздух. Вот просто они такие важные для меня были слова, что по моим щекам потекли слезы, и это было настолько слово удостоверение. И я настолько вот поблагодарил Бога, утвердился и понял, что это не мои характерные черты, это не просто какие-то мои понимания, что вот я так думаю и так иду. Оказывается, это Духом Святым Господь всегда вел и ведет, и Господь говорит, это я веду, не сомневайся, это моя воля, это правильное понимание. Оно болезненное порой для человека, но оно правильное понимание. И я вот, исходя из практики своей, из Библии, я вижу, братья и сестры, когда вроде мы верим, наступает время многих искушений. Испытывается вера каждого христианина через искушение. Это не то, что испытание через какие-то болезни. Искушение – это то, что твоей плоти нравится, а вот духу оно не нравится, Богу это не нравится. И вот откажите себе. И это очень сложно. И вот когда мы читаем в Писании, Слово Божие дает ударение «исповедуем грехи наши». Да, мы общую картину понимаем, что такое исповедание, но я приведу всего лишь два примера из Библии, и мы будем молиться, чтобы было у нас какое-то еще назидание от этого. Мне вспоминается один такой пример, но о двух человеках. Это первый человек Каин. Написано, что они принесли жертву перед Богом. Авель угодил, Каин не угодил. Господь обращался к человеку, Каину, что поникло лицо твое, нету того состояния. Проходит время, Каин не господствовал над этим грехом, он убил своего родного брата, и обращается Бог к человеку, Каину, говорит, где твой брат? Он говорит, разве я сторож брату моему? Мы дальше знаем эту историю, что произошло. Он, когда выслушал, что Господь сказал о нем, что земля, ты проклят от земли, не от Бога, от земли, она тебе будет произвращать терные волости, она будет давать тебе свои условия. Знаете, и он тогда сказал, наказание мое больше, нежели снести можно. Бог явил милость, и мы читаем дальше, и пошел Каин от лица Господа. Пошел. Второй пример, второй человек – это Давид. У Давида тоже похожая была ситуация. Он убил одного человека. Скрыл. И вот Бог через пророка Нафана говорит – о том человеке. И когда услышал такое же самое слово, похожее слово, что слышал Каин, то услышал и Давид. И смотрите, совсем другое представление, совсем другое исповедание. И Давид говорит,
Согрешил я. Согрешил я. Братья и сестры, я вот эти пример, вот этот пример привожу, чтобы мы понимали, что такое исповедание. Оно не такое обширное, но одностороннее. Что такое исповедание? Когда мы читаем книгу Библии, когда нам проповедуется Божье Слово, когда мы склоняем колени, мы говорим что-то Богу. И это правильно. Но, друзья, проходя через жизнь, я иногда замечаю, что приходит в нашу жизнь сомнение, подходит неверие. Мы порой не в силах уже дальше молиться и не в силах выпросить какого-то божеского ответа. И через время проходит жизнь. Я вспоминаю свое детство, юность. Казалось бы, церкви были такие небольшие. Но, друзья дорогие, но все равно какое-то время было, когда мы подходили под рентген. Я помню себя с детства, и нас было немало, и молодежи, но каждый может ответить, что рентген у нас часто был. Прошли годы, церкви умножились, христианство стало большим. Но сомнение увеличилось, как и я про себя рассказал. И порой трудно найти тот рентген. И не хочется, чтобы прошла жизнь, и тебе записали на небе, делал неугодное в очах Господа. Не хочется. Не хочется пройти десятки лет собрания, а потом услышать неугодно. Друзья дорогие, и сегодня пусть этот пример даст нам какой-то толчок. Когда мы слышим от Господа Слово через Библию, через проповедников, через Дух Святой. Друзья дорогие, мы же себя хорошо знаем. Не скрывайте. Бог все знает. Бог все знает. Как Каину Господь говорил. Не таи, разве я сторож? Ну, ты же знаешь. Чего тебе скрываться? Мы же, братья и сестры, знаем наши отношения в семье. Мы же знаем отношения на работе. Мы же все знаем. И Бог тем паче все знает. И пусть сегодня, как Иоанн сказал, если исповедуем, расскажи, подойди, выложи. Выложи Богу, расскажи всю ситуацию. И как Давид в свое время не просто сказал «я согрешил», он взял молитву, он взял пост, он переживал, он оплакивал свой грех. И мы читаем апостола Иакова, который сказал в своем послании: «Плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Я точно сегодня знаю, братья и сестры, иногда нам кажется, духовность – это собрание, да, это нужно делать, это молитва, да, это нужно делать, а на повседневную жизнь мы не обращаем внимания, как будто это не духовность. А ведь вся духовность начинается с работы, с семьи, с учебы. И когда-то мудрый Соломон и сказал: наблюдай, когда идешь в Дом Божий, и приготовь себя более к слышанию, нежели к жертвоприношению. Почему нет веры? Потому что не наблюдаем за своими путями, порой не исповедуем свои грехи. Мы думаем: о, как-нибудь. Нет, друзья дорогие, оказывается, я просто пожелал бы и вам, и себе в первую очередь, давайте тщательно просматривать, что нам Божье Слово говорит. А оно нам всегда говорит, как Каину, как и Давиду. И один так поступил, а другой так поступил. В нашей жизни точно так. Мы можем поступить, как Каин, и когда-то апостол Иуда сказал: горе, что идут путем Каиновым. Друзья, пусть Бог даст сегодня нам мудрости в этой последней молитвы этого вечернего служения помолиться. Может, молитва будет краткая, но пусть она будет искренная, чистосердечная. У нас уже такие правила, десятками лет идут, когда хлебопреломление, берется пост, берется молитва. Мы как-то подходим к этому служению хлебопреломления по-особому. Но, друзья, мне хочется пожелать, чтобы мы не просто в воскресенье пришли и вспомнили, что надо освятиться. Есть когда такое служение, знаете, когда Божье Слово говорит нам,
Тогда мы имеем право порой выйти, как некоторые братья и сестры выходят, помолиться к служителям, рассказать свое состояние, исповедовать, что надо, очиститься, осветиться, чтобы, когда уже приходим на воскресное служение, у нас было должное состояние. Вот тогда, друзья дорогие, Дух Святой намного больше будет открываться, Дух Святой больше будет говорить, больше Он будет проявлять Себя, потому что впереди идут плоды, сразу плоды, а потом дары. И поэтому пусть Бог поможет нам поступать, как Давид, если даже и согрешаем, как вторая глава сказана в послании Иоанна, что мы имеем Иисуса Христа, который есть умилостивление за грехи наши. Мы имеем, братья и сестры, это не тупик. Мы через Божье Слово узнаем себя, но когда узнаем, видим, мы идем к Иисусу. У нас есть надежда, у нас еще есть возможность подойти к Иисусу и исповедовать свои грехи. И будем молиться за нужды, здесь записочки, за исцеление и за спасение. Это две основные нужды, и записочки, там написаны фамилии, имена, Бог их знает. А мы давайте в этой молитве еще раз подойдем перед Богом, помолимся за себя и помолимся за эти нужды. Склоним колени и помолимся. Господи, мы благодарны Тебе за милость и за любовь Твою. Мы благодарны за доброту Твою. Мы благодарны за любовь Твою. Мы благодарны за то, что Ты есть у нас. Слава Тебе и хвала. Я благодарю Тебя, Господи, за эту любовь и за милость Твою. Я благодарю за благодать Твою, которую мы имеем по милости Твоей. Я благодарю Тебя и славлю Тебя, и превозношу Твое святое имя. Слава Тебе и хвала Тебе. Господи Боже наш, Царь наш, Бог наш, мы благодарны Тебе за всю милость, которую мы сегодня, Боже, имеем по милости Твоей. Мы благодарны. Слава Тебе и хвала Тебе. Господи, мы благодарны Тебе, Господь, за милости Твои. Господи, это время, оно дано нам для молитвы. Это время мы взяли для того, чтобы молиться. Господи, мы назначили эти часы для того, чтобы молиться. Мы сегодня в этот вечер слышим Слово Твое, которое уже 2 часа, Господь, оно нам говорит о святости Твоей. Господь, Ты напоминаешь сегодня через проповедников, что Бог святой. Слава, слава, слава Тебе, Господи. И некогда апостол Петр сказал, что я буду стараться, чтобы напоминанием возбуждали чистый смысл. И сегодня я благодарю, что сегодня этот чистый смысл напоминается ко мне, к моим братьям и сестрам. Господи, я в первую очередь хочу поблагодарить за Слово Твое, поблагодарить за Твою власть и силу Твою. Но я также прошу, дай веру каждому брату и сестре, Господь, чтобы у нас сегодня была вера, как некогда имел эту веру Давид. Господи, это для нас образы, это для нас примеры, но сегодня через Твою, Иисус, жертву, Господь, мы имеем доступ к благодати, когда мы исповедуем, когда мы проверяем свою жизнь, и тогда мы подходим и говорим: прости, Господи, чтобы нас, Господь, не застало врасплох в свое время, Господь, время, когда Ты нас позовешь, когда Ты к нам подойдешь, когда Ты, Господь, проверять будешь нашу веру, когда придут, Господь, какие-то испытания, когда эта вода напрот на наш дом. Господи, как хочется вовремя построить этот фундамент, построить этот дом на камне, на скале. И сегодня мы имеем такое время молиться, благодарить Тебя и славить. И я славлю, я превозношу Тебя за Дух Святой. Благодарю, Господи, нам нужен этот рентген. Я знаю, кто-то, возможно, сомневается, как и я в свое время. Господи, возможно, кто-то, Господь Божий, допустил эти сомнения, и уже, казалось бы, нет сил. Боже, поддержи, Господи. Мы вспоминаем периодические времена, когда намного было больше тех сосудов, молитвенников, дарований. Господи, мы, Господь Боже, увеличились числом, но так хочется, чтобы еще увеличились числом духовным. Господи, чтобы умножились дарования, умножились действия Духа Святого. Господи,
Господи, молю Тебя, прошу Тебя, соверши свою работу, вложи сегодня усердие многим братьям и сестрам к Слову, Господь, относиться серьезно, подойти к Слову Твоему, Господь, Боже, правильно, если даже согрешаем, не утаивать ничего, если согрешаем, то прийти и сказать: Господь, согрешил я буду брать молитву, я буду брать пост, я буду оплакивать свое состояние для того, чтобы пришла полнота духовная, аллилуйя, леви тумайде, чиде кемарде, скубили фрайде, леби гетамак инсуфарамейду, албири гельту фрайде, чибигейсе, Господь, пройди по стану народа в эти минутки, Господь, когда уже мы как бы настроились уходить из этого служения, но Дух Святой, повей своею благодатью, может, кто-то сегодня пришел помолиться, и Господь Божий иметь не просто веру, а дойти, Господь, к тому того, чтобы услышать слово от Тебя, дай прямо слово, Господь, к сердцу, дай удостоверение, что Ты слышишь, что Ты видишь, умножь, Господь, водительство духовное в народе, леви камане фрайде, чиберегейсе, и сегодня у нас такая молитва взывать к Тебе, молиться, Господь, сегодня о себе, молиться друг о друге, я также совершаю эту молитву, услышь нас, Боже, услышь за нас, Господь, Боже, дай милость каждому из нас, дай нам сегодня веру и усердие, Господи, за нашу церковь молюсь, за братьев-служителей, за каждое сердце по отдельности, за каждый дом, за каждую семью, за каждого физическое состояние, за духовное, Господи, Боже, откройся, утверди и дай, Господь, веру идти дальше, аллилуйя, молим Тебя за наш город, молим Тебя за наши церкви в городе, молим за нашу страну, за наше, Господь, братство, молимся за наше правительство, замолимся за власть, Господи, чтобы это все было по Слову Твоему в нашей жизни, а во Отче, чтобы никакие кораблекрушения веры не пришли в жизнь христиан, Господи, мы сегодня слышим, мы сегодня видим, как много порой, Господь, того, что не славит Тебя, но мы сегодня поклоняемся Тебе, доверяемся Тебе и призываем имя, благодать Твою на наше служение, аллилуйя, призываем Твою благодать, Господи, на воскресное служение, когда будет хлебопреломление, когда будет читаться слово, когда и будут идти эти чаши, пусть народ будет подготовлен, и вера будет в народе, и народ получает исцеление и помощь, яви свою милость для каждого сердца, я также молю за эти записочки, здесь нужды народа Твоего, это те, которые пишут, Господь, и просят церковь, и мы сегодня обращаемся, Господь, к Тебе, Отец, услышь молитву народа Твоего, Господи, здесь в церкви спасения, братьев, сестер, служителей, ответь, Господь, по богатству милости за спасение близких наших, родных, Господь, которые погибают и не знают истины, кто, Господь, может, подобно Каину, знал Бога, но отступил, Господь, откройся таковым, чтобы они не пошли от лица Господа, а наоборот возвратились к Господу. Яви свою милость на эту нужду. Молим себя за исцеление. А во Отче Боже, кто болеет, Ты знаешь эти нужды, Ты знаешь, Господь, что они ищут Тебя, и мы присоединяемся к молитве народа Твоего, к тем больным, которые сегодня имеют эти нужды. Они, Господь, имеют нужду во враче, но Ты самый главный, Господь, врач. А во Отче, леви тараманте скабеде альфарайде, лоби кентайде скумане альфарамине, лори бите келта штамине, Эльфарайдес коминегейзе, Господь, Равалтус коминегейзе, Романе Фрайде, дай нам видеть Романе Штайде, дай нам слышать, что есть Романе Фрайде, ответы, есть сила Божья Романе Штайде, удостоверяй нас Романе Штайде, дай нам, Господь, удостоверение нашей вере, пусть сегодня, Господь, благодать Господа, она соделает великую работу, и не нам, а Тебе слава, а во
хочет, пусть народ хвалится именем Господа и силою Твоею, видя исцеление, видя помощь Твою. Славим Тебя и благодарим Тебя, и превозносим Твое имя Святое, Господи. И наступило время, когда мы разойдемся с этого места. Пойди с нами, Ава Отче, пойди, Дух Святой, с нами, Кломине Фрайде, пойди, Господь, чтобы сегодня Слово Твое глубоко укоренилось в наше сердце, чтобы мы были подобно Давиду, если согрешаем, Господи, признали, исповедовали и сказали: Господь, я виновен, я не могу так, Господи, дай народу такое усердие и такую веру, Господь, исповедовать свои грехи и идти за Тобою верою. Лавирту каманаскими не гейса, ловарте гейса, Господь, наполни Духом Святым народ Твой, а Авоотче, когда молятся в единстве, а Авоотче с Тобой, где-то в одиночестве бывают, когда на молитвах церковных бывают, Боже, я заранее молю Тебя за воскресное служение, посети Духом Святым проповедников, посети сосудов, посети народ Твой, Господи, да умножится вера и умножится благодать, Господи, пусть этот рентген, он всегда будет в наших служениях через Слово Твое, через то, что будет проходить в служениях, чтобы действовал Дух Святой, и народ имел страх Божий и ощущал, что есть страх Божий, Господь, чтобы не подходило неверие, не подходило, Господь, сомнение. Дай народу веру. Господь, благодарим Тебя за эти часы. И друг за друга мы молим Тебя, благослови, Господь, каждого из нашей церкви. Господь, даже кого нету сегодня, благослови народ. Боже, яви свою милость для каждого из нас. И мы благодарны, что мы могли в этот вечер быть с Тобою и через Слово Твое назидаться и слушать обличение и утешение. Тебе вся слава, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Богу за служение, которое мы сегодня имели. Спасибо братьям, группе за участие. И слава Богу за каждого из вас. Не было бы вас и не было бы вот этой молитвы. Наше служение окончено, и следующее служение будет воскресенье. У нас будет служение хлебопреломления. Поэтому будем хранить себя в мире с Господом, с людьми. Будем ходить правильно в своей жизни. Да благословит вас Господь, и с миром Божиим будем расходиться.